Откройте клетки, ребята. Покажем новичкам, почему мы называем это бункером. Ладно. Эй. Лось-бой. Лось-бой. Хорошо. Как ты, дружище? О, какая прекрасная сеньорита. Пор фавор. Рад познакомиться. Можно два поцелуя? Ну ладно, я хватит, только хватит. Что, будешь злиться на меня? Нет, нет, я не буду я злиться. Я только хотел поприветствовать ее. Нет. Я сейчас представляюсь. Я знаком. Все хорошо. Может, не будешь мешать мне, когда я представляюсь? Ладно. Ты прекрасный сеньорит. Не слушай его. Не слушай ты его. Такая хорошая. Парар. Понял. Ты хорошая. Леди и джентльмены, наше самое ценное достояние. Смотрите. Если танец оружия, то это наши доспехи. Это самые прекрасные кроссовки в мире. Как они пахнут, какие на ощупь, все. Я знаю, что ты любишь кроссовки, но не говори как девчонка. Я люблю эти кроссовки. Ты должен сказать, я люблю эти кроссовки. Настоящий мачо, ясно? Ладно. Не трогай меня. Счастливые кроссовки Люка? Отменный вкус. Ладно, лось, не обольщайся. У нас такие надо заслужить. А за дверью номер 2 комната граффити. Что? Кто этот парень? Этот Джейсон, он наш гуру в граффити. Я говорю о доступе к электронным табло, светодиодах и обо всем, что помогает нам заявить о себе. Ребята, очень кстати, послушайте. Я работал над переносной светосистемой, но не могу придумать, как прикрепить 12-вольтные батарейки. Есть изолента? Да, держи. Ладно, смотри, прикрепи вот здесь, да. Обмотай, и все будет тип-топ. Разбираешься в электрике? Да, немного. Проверь. Ты? Да! Да! Ты! Обожаю этого парня! Светодиоды, батарейка, магнит. Они красивые. Ого. Как неоновые светлячки. Или нео-светлячки. Да, нео-светлячки. Нео-светлячки. Мне нравится. О, лось! Вот это круто! Вот это смотрите! Круто. Ух ты! О, да, это нам подойдет! Ой, я даже не офигеть могу. Можно! Ничего себе! Ой. Послушайте все, мировой турнир очень скоро. Но чтобы попасть туда, надо пройти 2 отборочных тура. А это значит... Это значит, у нас много работы. Лось, Натали, вы с нами? Даже не знаю, мне надо ходить на занятия, я не могу. Мы что-нибудь придумаем. Пираты! Ну, если только разок. Натали? За команду пиратов! Sure that you're not that shy. Let me see that.